Where are the elder gods, Raiden? Где старшие боги, Рейден? They are pathetic mortal combat shackles me no longer. Их жалкий жалкая смертельная битва, это даже не что для меня. Ну, как-то так, это перевод. Постараюсь для вас, люди, переводить, как смогу. Mortal Kombat, к сожалению, он полностью английский, но... Я все же постараюсь для вас переводить. Как мы видим, тут Армагеддон полностью начался, все погибли. Они представляются как драконы, но они лишь жалкие черви. Мой яд распространяется. Это конец всего Армагеддон. Он, короче, получился Блейза. Стоп! Это сделано. Твое время истекло. Короче, Шоукан доминировал начал. Это я не перевел. Сейчас действуют мои правила. The dog Ridlock meet on a lawn. Jerem Maltel. Yes. Да, молись червям, Рейдер. Он должен победить. И перед смертью нам показывают все воспоминания. Был, как бы это сказать правильнее, прошедших дней. Да. Все знаменитые события, вторжение, смертельный альянс, кибернетизация Джакса, победа над Шансунгом, Кунглау, Тиле. Все, и мы возвращаемся прямиком в первую битву. Вот Райден во время первой битвы, Люкан. Лорд Рейден, что-то не так? Странные видения. Интересно. Твой амулет. Это ничего, Люкан. Турнир начинается. Так, монахи идут садиться, как всегда, по стандарту. Это же арена там с монахами. Одна из первых в Mortal Kombat. Ну, ночной волк тут даже есть, кланчи. Достаточно интересно. Джейда Китана. Барака. Combatants. Бойцы, я Шан Цунг. В прошедших днях вы будете сражаться. Кто-то из вас по собственной воле, другие были приглашены, что ли? Эй, красавица, Джонни Кейдж. Что? Massive Strike, Ninja Mime, none of those ring a bell? Не слышал об этом? Ну, он там фильмы свои перечислил. Кейно? Что это за фильм? Вы участвуете в самой важной смертельной битве в истории. Этот турнир 10 из 9, где победил Outworld. Он решит судьбу Земли. Если вы победите всех ваших оппонентов, вы сразитесь в последнем испытании со мной. Это старик, последнее испытание, лучше бы они мне сразу отдали пояс. Тут же есть пояс, правильно? Что? Как ты? Внешность обманчива. Наш первый боец будет мистер Кейдж. Мы начинаем игру с мистера Кейджа. Да, это правильно, это правильно. Кто против меня? Рептилия! О, красавчик эффектно появился. Хороший друг. Begin. Начали. All right, it's show time. Хорошо. Round one. Fight. Давайте отделаем его быстренько в рептилию. Думаю, быстро с ним справлюсь. С ним точнее. Так. Достаточно интересные. Достаточно интересно нам представили историю Mortal Kombat. Они так обычно просто не пустили нас так сражаться, где попало, а дали нам условия. Давай, ну чё ты меня не ударил? Так, захват делаем. Тут есть захваты.
я давно не играл в последний момент. О, нам выплюнули глаза. Надеюсь, мы не умрем, у нас должно остаться хотя бы немного здоровья. Строение, конечно, убийственная вещь, но у нас должно остаться здоровье. Я не помню, сколько тут битв должно быть. Вроде одна или две. Нет, две. Два боя. Джонни Кейдж, раунд второй. Так, Джонни Кейджем я играть не умею, так что будем пользоваться элементарными забиваниями. Я знаю этот прием у Джонни Кейджа, вот этот вот. Интересный такой приемчик. Я хочу флауэсом закончить. Да, флауэс виктори. Тупо забили бедного ребенка.